Итак, если я ничего не путаю, то добро пожаловать в четвертую часть прохождения Knit Stories, которая будет, пожалуй, достаточно интересной, потому что в прошлый раз мы получили таки все улучшения, да, и можем со спокойной совестью отправляться, ну, блин, почти в самое начало, фактически, и все-таки преодолеть то существо с шипами, через которое мы не могли пройти раньше. А так как у нас сейчас вот есть вот такая вот... извините, это не то. Вот такая вот ерунда. Мы можем преодолеть вот это вот странное существо. Еще у нас есть зонтик. Зонтик — полезная вещь, да. Вот. Путешествие обратное нам предстоит достаточно длинное, так что... расслабьтесь и наслаждайтесь красивым видом, пока я парю чушь. Вот. Что это за существо? Я до сих пор не понимаю. Это на кролика мало похоже. Так. Обязательно сохраняемся. Перепрыгиваем через эту чушь. Так. Оп. Так, это... Ух! Хрен тебе! Обязательно сейф! Странная штука. Ты до меня не дотронешься, даже если будешь очень стараться. Оп. Так, поднимаемся. Так, а мы сможем допрыгнуть? Или... Вау-вау! Или это только мечты? Да, это только мечты. Если можно так выразиться. Так. Ладно, здесь мы можем проскочить. Прямо здесь. О, я уже немножко... как сказать... Как говорится, придрочился уже к этой игре. Поэтому мне особого труда не доставляет перепрыгивать там и так далее. Слушайте, а если мы сможем... Да-да-да, мы сможем наверх забраться. Это, конечно, не входило в мои планы, но... Опа! Смотрите-ка, смотрите-ка, мы, походу, обнаружили что-то, какой-то секрет. Воу. Я такого не ожидал. Если мы, конечно... Если мы, конечно, заберемся вверх, а мы... Нет. Это нам не дано. К сожалению, нет. Я-то надеялся. Попробуем, не знаю, схитрить, вот так вот пролететь, может, что найдем. О, смотрите, действительно, мы нашли один из ключей. Та-дам! Отлично. Правда, я еще не знаю, где его использовать. Но это отлично. Хе-хей! Да, фиолетовый ключ наш. О, так, я куда-то, похоже, не туда иду. Нам надо вернуться обратно. Но ключ мы нашли, это отлично. О, опять вертолет. Та же штука, только без меха. Понятно. Так. Вот мы и снова в начале игры. Этот червяк снова меня преследует, поэтому... Нам надо убегать! Так вот. И мы сейчас возвращаемся в то место, которое я нарек нуарным, потому что там все черно-белое. Мы уже экипированы по самой небалуй, и поэтому пройдем то место. Я, честно говоря, не помню, что там будет. Поэтому там может быть что угодно. И мы, собственно, отправляемся. А этот сраный смайлик меня продолжает преследовать, как и, собственно, червячок. Вот и мы вернулись. Опять же... Атмосфера мрачная, снова музыка, а мы попробуем запрыгнуть туда. Или... Нам не дано! Нет. Простите, я болею. Так. Сейчас мы сможем преодолеть шипастого ублюдка, который нам загораживал путь. К чему, я пока не знаю. Да. Итак... Момент истины. Смотрите, у нее волосы стали синие. Я только сейчас это заметил.
Вот и все. Хе-хе-хе! А, тебя наебали. Так. Снова темный лес, что ли? Вау, вау, вау! Кстати, как я это сделал? А, можно вместо клавиши W нажимать два раза вниз. Ну это бред. Оу! Это была вода? Ха! Нас обманули. А, отлично. Я даже и не заметил. Видно, в этом и вся соль. А, да, вот оно колеблется. А я и не заметил. На это они и рассчитывали. Так. Нас ожидает, походу. Так, значит, до этих мы не можем дотрагиваться, потому что они опасны. Рассчитать момент! Отлично. Настоящие спецагенты. Вау. Я круче Джеймса Бонда. Да, сохраниться надо. Теперь мы попробуем как-нибудь сверху спрыгнуть. Плохая идея! Главное, не дотронулся, это суть. Блин, это стреляет чаще. Фу, есть. А, так. Вот это мне мало нравится. Эта штука явно не из добрых. Вау! Ну ладно, это точно такая же штука. Так что мы спокойно можем воспользоваться голограммой. Да. Соснул так соснул. Оу! Это еще... Это похоже на... Как же эта штука называется? Поливалка вот эта, на газонах у американцев. Я не помню. Но именно так она и действует. Но! Это глупо. Блин, я не могу вспомнить, как эта штука называется. Ладно, не важно. Главное проскочить! Черт. Блин, он же меняет. Меняет дальность. Я не знаю, как я проскочу. Черт, да ты! Вот так! Так, мне здесь не нравится, здесь слишком тихо. Нет, все нормально. Ладно, спустимся, попробуем все. Так. Ну, как сказать? Попробуем лучше здесь, потому что... Вот это да! И как я до него не дотронулся? Кстати, красиво очень. Что интересно. Вот такого я не ожидал. Блин, игра становится все насыщеннее, между прочим. Так, это еще что такое? Ох, проскочил. Нет, нет! О, черт, а! Нет, отсюда! Нет! Мне это каждый раз придется преодолевать. Сволочь! Ладно, здесь без проблем. Перепрыгнул и все, побежал дальше. Но вот здесь... О! Они имеют свойство по-разному распыляться. Они именно распыляются! Не дай бог я упаду. Не дай бог! Все окей. Окей, окей, окей. Фу, сохранёнка есть. Значит, все нормально. Фу, и куда же мы выберемся? Вот мне что интересно. Вау! И мы... Что-то отключили. Мы отключили какую-то страшную машину. Включить ее обратно мы, кстати, не можем. Что же это нам дало? Что же мы сделали? Вот мне что интересно. Вау! Вот это да! Видно, мы спасли этот мир и все дела. Хе-хей! Смотри-ка! Теперь это... Вау, это впечатляет, кстати. Теперь здесь красиво. Да. Мне это нравится. Зелено нравится. Крокодил или ящерица. Я не знаю, но это мило. Шикарно, господа.
упал. Чуть не упал. Но не в этом суть. Мы спасли этот мир, знаете ли. А это приятно. Фух. Я бы хотел, конечно, сказать, что на этом игра заканчивается, но это отнюдь не так. Нам еще надо найти вот эти вот ключи, а их еще 3 штуки. Как их обнаружить, я не помню. Нам надо... Я не помню, поэтому нам надо где-то искать их, где-то прыгать, забираться в какие-то труднодоступные места, искать вообще во всех щелях, которых только возможно. О, смотрите-ка, розовая теперь. Я же говорил, что это похоже на Японию. Я говорил! Шикарно. И красиво. Хе-хей. Ты сделала это... Земля... Ну, имеется в виду вот эта вот зона, да? Снова вернулась к нормальному состоянию. Спасибо тебе. Да не за что. Пришлось, конечно, помучиться. О, котенок! Привет! Давно не виделись. Это тот же или нет? Вряд ли. Хотя, птичка. Ладно. Вот здесь вот теперь реально классно. Кстати, шикарная музыка. Да, оно того стоило. О, и здесь тоже все изменилось. Вау. Шикарно. Это птица на одной ноге. Безногим. А! Ладно. А! А! Ну, это... Да, это было глупо. Эй, красота. Теперь здесь... Блин, это просто шикарно. Птички поют, летают. Красота. Извините, это был скайп. Если кто вообще заметил, что там были знаки хрень. Червячок остался, ну ты пидор. Просто. Опа, автоматч ворк. Так, ага, значит, нас зовут Джуни. После, как бы, достаточно крупных усилий, которые он приложил Джуни, она окончательно выключила машину. Как результат, жизнь вернулась к своему, как бы, прежнему состоянию. Трава начала снова расти, и деревья снова ожили там. Бла-бла-бла. Every Knit. А, значит, этих чувачков зовут Knit. Понятно. Зло больше не существовало в этом мире. И пока, по крайней мере, до... Сейчас. Еще много историй может быть написано. Еще много испытаний может ожидать нас. Конец. Бла-бла-бла. Level Design. Музыка. Диалоги. Ха, диалогов здесь так много, да? Поздравления! Собственно, насколько я понимаю, это конец игры. Вау, смотрите. Вау! Ха-ха! А-а-а! Вы меня не обманете! Ключ! Ключ! Мы его получили или нет? Ах ты ж сука! А хрен вам! Хрен вам! Блин, вы под конец игры хотите меня из себя вывести, что ли? Ну, вы у вас получилось! Вау, проскочил! Проскочил! Сохранился! Все, 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 все. Вот это секрет, между прочим, был забавный. То есть... Вау! Собственно, фактически, игра на этом заканчивается. Да. И вот тут, как сказать, здесь у нас разветвление идет. Или мы заканчиваем игру на 3-м выпуске, собственно. Или идем искать новые ключи и открываем с помощью них какие-то секреты.
Я не помню, что за ними, честно говоря. Я не помню, где находятся ключи. Это достаточно трудно их найти, как вы заметили. И нам придется попотеть вместе. Собственно, ставьте лайки на YouTube, подписывайтесь. Если соберет, не знаю, лайков 40 это видео, да, я с удовольствием для вас пройду и дальше. Мне это вполне себе доставляет удовольствие, а вам, я думаю, приятно смотреть. Собственно, надеюсь на вашу поддержку, и до новых встреч.